Эй, что? Эй! Не убежишь! Меня не должны здесь заметить. Труд Витруви спасен для потомков. Всегда обидно доверять знания невеждам. Рано или поздно. Хай позишн гирех. Ты нашел его? Хвала Юпитеру! Они были расстроены. Уверен, они уже применили эти знания, чтобы улучшить свои мышеловки. Спасибо, друг. Я посвящу и тебе главу. Я польщен. Кстати, мой друг Диокл очень хотел почитать твой трактат. Я договорился встретиться с ним у Оракула. Просто превосходно. Повидаюсь кое с кем и приду к вам. Нужно навестить Проксилу. Она должна быть на встрече величайших умов Кирены. Баек, не думала, что снова встретимся. Говорят, Флавий нас покинул. Я давно ждал этого дня. Как идут дела в Балагре? Римляне стали более сговорчивыми после смерти Мелитты. Это мы еще посмотрим. Как твой друг Криус? Я пытаюсь обучить его целительству. Вчера он отправился на восток собирать целебные травы и до сих пор не вернулся. Я собиралась пойти на поиски. Я поищу его, если ты придешь к Оракулу. Один мой друг хотел тебя увидеть. Что же? Нет, надежды почти нет. Я найду Криоса и вернусь к вам. Рад, что с тобой все в порядке, мама. Амон улыбнулся на землю. Вакехт мено!
Τι συμβάν, παιδες! Λέξον, λέξον! На помощь! На помощь! Кто-нибудь, перебейте этих тварей! Ты меня уже спасал! Думал, мне это все приснилось! Ты друг Проксилы! А тебя так и манят всякие напасти! Да! О дереве судят по его плодам! Впредь я буду осторожнее! Благодарю тебя, защитник! Идиодин! Оран вулимити механестени на экселе. Да, Диокл, я... Ты собрал нас всех вместе, Баек. Триумвират Кирены! Мы вестники нового порядка! Мы аванпост Рима! Никто из нас не видит дальше собственного носа. Однако ты помог всем нам обрести высшую цель. Скоро мы с Проксилой сыграем свадьбу. Диокл, я еще не сказала «да». Сад и библиотека — все, что нужно человеку. А теперь тост! За Баека и Кирену! За мир и порядок. За любовь и за свадьбы. Ваде анпаче, Киренаека. Значит, ты вернешься в Балагре со мной? Только если ты хочешь построить наш дом там. Ты сделаешь там много добрых дел. Ты уже сделала, дорогая. О,
Вахехмено. Нунесхеде. Идиодин. Элавни нуги гностис. Ιδιώτην. Ωραν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Байк. Я так скучала. Флавий убит. Я прошел такой путь, чтобы спасти нашего сына. Хему счастлив. Да пройдет он по полям и алу. Я отправлюсь в Рим. Рим? Ты так и не отказалась от этих идей? Я ошибалась. И ты ошибался. А я? Не трать силы. А, знаменитый Меджай. Фан не устает восхвалять твои подвиги. Я нашла союзников. Это Брут, а это Кассий, наши римские братья. Мы уничтожим все корабли этих двуличных мерзавцев. Септимия и Цезаря. Теперь силы Ордена угрожают не только Египту. Клеопатра еще правит? В Египте не правит никто. Тираны раздирают его на части. Наша царица предпочла сбежать в Рим. Все по-прежнему. В Мемфисе хозяйничает орден. Ая, останься. Неужели это конец? Ая, эту проклятую сферу не должны были находить. От нее одни беды. Влакс, си элавни хриуги гнесте. Идиодин, оран вулими ди миханесте нина экселефис. Ой, тис мейзонос афросинис. Я верну позже. О, так эхмено! Нунес хеде! Мориас пара... Идиоти! Элавни нуги гнос... Мне очень нужно. Дорогие,
Idiotin, oran bulimiti mihanestenin aikselefis. Чем ближе наша победа, тем ты дальше. Какова судьба Баек? Мир не желает принимать нашу любовь. Ты права. У нас есть высшая цель. Наша любовь ждет в Дуате. Пора смириться с этим. Пусть решают боги. Боги мертвы. Мы пожертвуем близостью ради высшего блага. Мы не зря шли сквозь тьму. Отныне о наших планах никто не должен знать. Станем действовать скрытно. Египет пал. Греция пала. Рим? Падет и Рим. Кредо победит, но никто не узнает. Если мы убиваем, то убиваем лишь тех, кто это заслужил. Тех, кто вздумает пытаться управлять нами. Они никогда не узнают, кто мы. Мы — бесстрастные поэты смерти. Я смирился. Я больше не отец. Я не муж. Я не Меджай. Я незримый. Незримый. Заточим клинки. Надежда есть даже в этих землях. Да, Баек и Сила. Что ведет? Новое кредо. Новые цели. Как же ты была права. О, милая. Как-то рановато для последних слов. А ты еще кто? Может, слышала о Уильяме Майлсе? Ассасин? Значит, слышала. Мы, ассасины, следили за тобой. Это... необычно, когда работник Абстерго интересуется революцией в стране. Твоя правда. Мы знаем, что ты работаешь с Анимусом. У вас с Дианой был такой замысел. Ди. Они провели вас. София Рикин столько вам обещала. Хватит! Речь идет не о ней. Да. Нам и без нее есть что обсудить по пути в Александрию. Не надейся, что я поеду с тобой. Ну, а какие варианты? Или пойдешь со мной, или останешься здесь, чтобы и дальше играть со смертью до тех пор, пока не оступишься. А они этого ждут. Твою прежнюю жизнь уже не вернуть, Лейла. Мне она ни к чему.
Но ты, наконец, сможешь работать над Анимусом. Нашей версией. А еще мы не станем ограничивать твою свободу. Ладно. Уговорил. Но мы все равно не союзники. Годится. А ну не трогай мой ноут. Ладно, ладно. Это же вторжение в частную жизнь. Примерно так же, как копаться в чужой памяти. Баек давно мертв, а я нет. Ты права. Прошу прощения. Анимус избавит меня от общества этого кретина. Это для Фоксида? Подарок? Нет. Реликвия. И я не собираюсь обсуждать это. Знак Баека? Отдай мне, я передам его Фоксиду. Он такое любит. Не трогай. Или убью. Мне сегодня не до разговоров. Утром мы прошли Неаполис. Если повезет с ветром, доберемся до Рима всего за 2 дня. Ваша семья распалась, да? Я знаю. Трудное решение. Но ведь ты избранная. Ты свободна, как я! Жизнь продолжается. Больше скорости! Впереди римские корабли. Видишь? Только не теряй бдительность. Скорее всего, они ждут нас. Ты словно хочешь этого. Хочу, старик. Я хочу прикончить их, а потом продолжить искоренять зло. Зло вечно! Так уж устроен этот мир. Идем на таран! Ускориться! Идем на таран! Прибавить ходу! Враг заметил нас! Скоро к ним придет подкрепление. Приготовьтесь! Держитесь! Все вперед! Пусть от их кораблей останутся лишь щепки! Весла! А, ла, 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 ла! А, какие песни станут слагать о наших подвигах? Если выживем, Фоксид, клянусь, я прикину сирены и сама тебе их спою. Ловлю на слове. Поверь мне, ты пожалеешь. Покончим с ними.
Смотрите! Еще один! Что ж, отправим в бездну последний! Стреляем! Подбили! Наращиваем темп! Живее! Гребите! На нас идут поджигатели! Боги. Слишком плотный строй. Врежемся! Мы обречены! Кораблей слишком много! Нужно потопить их, пока не поздно. Нельзя подпускать врага. Потопим их! Прямо по курсу! Стреляем! Рей, готов давай. Стрелять! Стреляем! Спокойно. Держи ровнее! Будет удар! Еще поджигатели! О, боги! Они повсюду! Посейдон! Это армада! Нам хватит огневой мощи справиться с ними! Сомневаюсь! Наш строй нарушен! И союзников нет! Нам конец! А ну взбодрись, размазня! Спасай свой корабль! Еще корабли! Там! Наек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Ну! Эй! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не писал стихи, а, Фоксид? О, не пришлось, а зря! И мудрецом не стал! Эх, упустил свой шанс! Миллионы шансов, а я! Напиши о себе книгу, Фоксид! Все может быть! А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны! А эту главу наших странствий будут читать чаще всего! Прямиком по кораблю! Готов стрелять! Стреляем! Спокойно! Проклятие! Спокойно! Еще корабли! Там! Наек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Ну! Эй! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не писал стихи, а, Фоксид? О, не пришлось, а зря! И мудрецом не стал! Эх, упустил свой шанс! Миллионы шансов, а я! Напиши о себе книгу, Фоксид! Все может быть! А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны!
А эту главу наших странствий будут читать чаще всего. Еще корабли! Там! Наек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Ну! Эй! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не писал стихи, а, Фоксид? О, не пришлось, а зря. Ты мудрецом не стал. Эх, упустил свой шанс. Миллионы шансов, а я. Напиши о себе книгу, Фоксид. Все может быть. А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны. А эту главу наших странствий будут читать чаще всего. Увеличить темп! Идем на таран! Дождь огня! Прочь, чудище, прямо на дно! Эй, вы, лодыри! А ну, перестройтесь! Сегодня поплывем вместе! В какой порт мы направляемся? Предлагаю посетить город Анциум. Это излюбленное место торговцев. Там безопасно. Оттуда всего полдня до Рима. Не пройдет и нескольких дней, как Цезарь официально станет тираном. А вот и он. Народ любит тебя, Цезарь. Ты наш бог. Подчинить сенат будет трудно. Это сборище бесхарактерных трусов. Я найду подход. Ждите моего сигнала. Так Цезарь теперь глава Ордена Древних. Цезарь — наш отец понимания. Вас обоих ждет смерть. Ты вмешиваешься в дела Ордена, а Орден сильнее Рима. Возвращайся в Египет с остальными рабами и лжецами. Ха, да, некоторые убийства и вправду всем во благо. В моей власти армия и великая сила. Я предам твой проклятый Орден забвению. Служи Цезарю! Служи Риму! Перейди на сторону сильных! Мы станем творцами истории! Тебя и Цезаря ждет небытие! Твой сын с ужасом смотрел в глаза смерти! Я скормлю твое гнилое сердце падальщикам!
Ты трус и подлец. Ты лишил меня всего в этом мире. Я кабинянец. Зачем вылезла из своей норы, мышка? У тебя был шанс убраться отсюда. В этот раз Флавий не сможет спасти тебя, Септим. И римляне тебя не защитят. Будь ты проклята! Отныне, Септимий, мы с тобой квиты. И это было ради мести? Вам с Меджаем определенно будет чем заняться этой ночью. Где посох? У Ордена. Я служил им и твоему Египту. После смерти мне за это воздастся. Я буду пить с братьями в компании блудниц. Вас ждет лишь беспросветная тьма небытия. И тебя, и Орден, и гниющих в могиле габинианцев. Да пожрет опоп твое сердце. Цезарь должен быть в Курии вместе с Сенатом. В садах полным-полно солдат. Стойте! Мола! Tutti sì, sangue nel squieri! Come sono amici! Si stai! Se cazzo! E non lo bere! Go! Мора! Sed nihil hic. Nihil hic, frater. Dormite ibi! Certus tole. Tibi ave! Ibi manere! Stante! Mola! Oh!
Valitivi! Siste! Ne tu! Mors! Ego ludri sordida! Temperatura in puer! Iam duplex! Et eum vederet! Docebo vos mori nervis! Tibi ave! Tibi manere! Ego sic recurre ad mulierum seras! Nolite ibi! Paruit nihil hic frater. Прошу лишь об одном. Помогите мне построить новый, лучший Рим. Рим, который возглавишь ты? Пусть Цезарь ска... Ты, дитя мое. Тиран мертв! Теперь вы свободны! Кто же ты? Ты, бьющий из теней. Каждого тирана ждет подобная участь. Всю жизнь мой народ считал меня настоящим богом. И я им стал! Теперь в мире царит новое кредо. Рим! Он вечен! Он никогда не падет перед вами. Никто не дает нам свободу, Цезарь. Мы берем ее. Теперь ты стал свободным, Цезарь. Что ты сделала? Цезарион мог унаследовать престол. Прислушайся к крикам снаружи. Тебя зовут шлюхой тиран. Я все еще царица. Но прислуживают тебе только лицемеры и змеи. Я билась за тебя, а наш народ славил твое имя.
Аполлодор погиб за тебя и Египет. Египет? Я Египет! Ты позаботишься о нашем народе. Не сделаешь этого, я перережу тебе горло. Ты последний из фараонов. Байк. Цезарь отправился в царство мертвых. Септимия постигла та же участь. Теперь наши люди есть и в Риме. Но никто не знает о том, кто мы. Как ОМОН. Все мы стали незримыми. Я в тебя верю. Таков парадокс свободы. Мы стали независимы друг от друга. Но это не приносит мне счастья. Мы должны идти вперед. Продолжать наш танец посреди кровавой бури. Мы станем смертоносным вихрем. И враг умрет. Из тьмы мы явились, и во тьме мы навсегда должны оставаться. Люди не имеют возможности жить вечно. Но наше кредо должно. Лишь кредо достойно бессмертия в этом мире. Ничто иное. Идите домой. Идите. Я не хочу идти домой один. Мне страшно. Отведем его в убежище? Нет. Пойдем домой. Пусть горести не омрачают твою жизнь. Ведь она коротка, и время все равно возьмет свое. А я... Я больше не та, что прежде. Я отрекаюсь от той любви, что раньше вела меня. Я отрекаюсь от Аи. Прошлое Аи мертво. Я стала незримой. Теперь я Амунет. Папа, вниз.
Хирепсе тиеу. Байк, здравствуй. Ладно. Удачи, Байк. Хорошо. Ладно. Прощай, Байк.
Ну, мес не оджерианг. Еге! Но он не взял! Простите, я разыскиваю Байека. Я помогу тебе попасть на Синай. Ликсиса синатин. Ахоннауникодоминтаханеодату. Тинатин. В резне погибло двое незримых. И в этом только моя вина. Они мои ученики. Я делаю все, чтобы незримые держались друг друга. Нам помогает Гамелад, вождь повстанцев. Дорогой друг, мне нужен твой совет. Приезжай. Во мраке ночи спит Синай, убитый горем. Скрип пепла на зубах, кровавы наши слезы. Кто нас от безысходности спасет? Бесшумный, как в море, и смертоносный идет сквозь туман. Герой незримый, безликий, непреклонный. Эй! Слушай, я расскажу о нем. Легенда о Сиве. Тень, имя которой Байек. Байек, Байек, Байек. Байек. Похоже, он не промах. Нужно найти убежище. С высоты я его увижу. Нарсуча!
А, вот оно.